Немного опоздал, но я просто не знал, что здесь происходит футбольный матч. Какой счет? 3-1. Как 3-1? В пользу зайцев? Ну, так это известная команда. А вот медведи впервые играют. Это молодая команда. Так как это произошло? Наши милые мишки искали тихого отдыха. Эта поляна привлекла их внимание. Но случайно попавший в них мяч заставил их принять невольное участие в игре. Но я успел как раз ко второму тайму. Итак, счет игры 3-1 в пользу зайцев. А вот уже появился и Крот. Он взял на себя обязанности судьи матча. О, теперь медведи выходят в спортивных костюмах. Сброшены пиджаки, галстуки. Приличное сложение. Ну, а эти выходят как заправские футболисты. Опытные игроки. Итак,
Счет игры 3-1 в пользу Зайцев. Все готово для начала матча. Право первого удара получают медведи. Свисток. Мишка делает первый удар по мячу. Я даже что-то ничего не пойму. Вот Зайцы перехватили инициативу. Вот они подходят к воротам противника. Удар! Вратарю Косолапову приходится вступить в игру. Неплохо для начала. Он напоминает кого-то из наших знаменитых вратарей. Прежде чем выбить мяч ногой, обязательно поплюет на руки. То есть, простите, я хотел сказать на передние лапы. Вот мяч опять у Зайцев. Какой-то редко встречающийся прием. Мяч ушел на аут. Кажется, звуки мяча привлекли из парка почти всех отдыхающих. Уже замолк оркестр на эстраде. Мне кажется, что я вижу дирижера Лисичкина среди зрителей. Он с нотами, дирижерский палочек. Но игра продолжается с прежним азартом. Зайцы наступают. Они подходят совсем уже близко. Удар по воротам. И вратарю Косолапу с трудом удается бить мяч на корнер. Зайчиков хорошо подает. Корнер. Но Топтыгин, пользуясь своим большим ростом, совсем неплохо отбивает. Он передал мяч вперед. Медвежатников и Топтыгин идут в наступление. Вот они подходят ближе к штабной площадке. Вот уже к самым воротам. Зайцы уходят на защиту. Но что можно сделать с Медвежатниковым? К ним уже не подойти. Мишенька, надо бить. Удар. Гол. Гол. Счет стал 3-2 в пользу Зайцев. Медведи начинают отыгрываться. А Зайцы начали с центра поля. Вот немножко Трусов расстроился. Зайцы идут в наступление. Вот они подходят к воротам. Нет, офсайд. Можно выбить свободный удар. Ну, тут Зайц сразу перехватил мяч. Вот он обводит Топтыгина. Вот он уже у ворот бьет. Сразу же Косолапов откидывает мяч к Медвежатникову. Тот лежит, нет, успел вскочить, ведет мяч. Он один на один с вратарем. Но нельзя же так играть. За это же положен штрафной удар. Вполне понятно, что зрители возмущены. Но Крот достаточно известный лесной судья. Таких, я бы сказал, вольностей он не допустит на лесной поляне. Ну, куда же вы отставляете мяч? Это нехорошая привычка. Тишина. Свисток. Медвежатников хитро откинул мяч Топтыгину. И, нужно же бить. Удар! Быстрота Трусова спасает ворота. Игра сразу переходит на левую половину поля. Зайцы вихрем идут на ворота противника. Он кто-то упал. Ничего бывает, сейчас оживет. Кто же это упал? Это Русачков. Ну вот видите, ожил. А тут же и мяч около него. Ну, боль забыта. Это падение придает ему спортивную злость. Вот он молниеносно проходит сквозь защиту медведей. Он ворот нужно бить. Ну, теперь ничего не остается, как взяться за ушибленную ногу. Бывает. Вот трудное положение у ворот Зайца. Кто куда бьет? У кого мяч? Ничего нельзя разобрать. Куча мала. А это что такое? Кто-то схватил мяч руками, то есть передними лапами. Это не годится. Это не по правилам. За это положен 11-метровый штрафной удар. А это почти верный гол. Ну, а разве маленький Трусов сумеет принять удар такого большого Топтыгина? Мяч поставлен на 11-метровую отметку. Тишина. Свисток. Удар! Гол! Гол, гол, гол! И тут же свисток судьи возвещает об окончании матча. Итак, ничья. 3-3. Пожалуй, медведи, которые искали отдыха на этой лесной поляне, нашли его. Нашли в этой чудесной игре. Игре, дающей силы и отдых. До следующего матча, друзья!